Не отступать! Стрелять! Только в ответ! Но если им нужна война, пусть она начнется здесь! Прочь с дороги, мятежники! Сложить оружие, разойдись! Какого черта вы делаете? Назад, стоять! Трусы, предатели! Они не вернутся. Придется обходиться тем, что есть. Мне не нужны советы. Стреляйте! Стреляйте! Езжайте в Конкорд! Предупредите всех! Это покажите командиру. Должен быть человек по имени Джеймс Барретт. Езжайте! Кровь уже пролилась в Лексингтоне и прольется еще. Армия выступила в поход. Да неужто? По-вашему, чем я тут занят? Ступайте домой, пока вас не убили. У меня нет времени нянчиться с мальчишками, рвущимися в герои. Я ручаюсь за него. И Джон Паркер тоже. Где Ревир? В плену.
Что? Не бойтесь. Он умеет выпутываться из беды. Он справится. Я уверен. Наговорились, барышни? Паркер считает, что вы не совсем безнадежны. Значит, возможно, сумеете для меня кое-что сделать. Когда начнется бой, мы должны удержать те позиции. Это ключ к обороне Конкорда. Славные ребята. Но не солдаты, им нужен опытный командир. Возьмете это на себя? Смотрите, не подведите. Даю слово. Тогда, видно, остается только ждать. Удержать позиции. Если англичане прорвутся, все кончено. Что я должен делать? Слушайте внимательно. Они будут строиться в цепи. Командуйте плей точно перед тем, как строй готов. Чуть раньше наши промахнутся. Чуть позже враг успеет выстрелить первым. Я понял. Если кто-то из мерзавцев прорвется, прикончите. Берегите моих людей. От сигнала. Стреляйте. Ждать сигнала. Стрелять! Огонь! Не стрелять! Огонь! Приготовьтесь! Огонь! Приготовьтесь! Готовьтесь! Стреляйте! Но! Ждать сигнала. Огонь!
Ждите сигнала! Стреляйте! Ждать сигнала! Огонь! Ждите сигнала! Стреляйте! Приготовьтесь! Стреляйте! Готовься! Не стрелять! Огонь! Ждать сигнала! Приготовьтесь! Стреляйте! Ждать сигнала! Приготовьтесь! Огонь! Ждать сигнала. Пули! Не стрелять! Пули! Готовься! Не стрелять! Стреляйте! Не стрелять! Стреляйте! Ждите сигнала! Ждите сигнала! Стреляйте! Готовься! Пли! Ждать сигнала.
Ждите сигнала! Пли! Ждите сигнала! Пли! Приготовьтесь! Пли! Ждите сигнала! Приготовьтесь! Стреляйте! Ждите сигнала! Ждите сигнала! Пли! Не стрелять! Пли! Ждите сигнала! Огонь! Не стрелять! Стреляйте! Готовься! Пли! Ждите сигнала! Не стрелять! Огонь! Не стрелять! Ждите сигнала! Огонь! Но! Ждать сигнала! Не стрелять! Пли! Сигнала. Ждать сигнала. Стреляйте. Приготовьтесь. Стреляйте. Назад! Назад! Жизнь не хочет.
Дело рук последнего негодяя. Но они ушли. Надо было напасть, пока был шанс. Как вы думаете, где Питкерн? Уполз зализывать раны в объятиях Британии и задумывать новые преступления. Нужно найти его. Сколько еще людей умрут, пока я жду? Выше нос, друг. Сколько сегодня выжило благодаря вам? Да, но они... Мы делаем, что можем и как можем. Этого мало. Да. Так всегда. И ради нашего славного дела. Я глубочайше признателен этому невероятному знаку доверия с их стороны. Но случись вдруг какое-либо несчастье, неблагоприятное для моей репутации, я умоляю всех присутствующих здесь помнить, что ныне я с полной искренностью заявляю, что недостоин занять этот пост. Да, никто лучше него не годится на этот пост. Я хочу заверить Конгресс, правда? Что я знаю несколько. Не могло бы искусить Чарльз Ли. Это колоссальное бремя и в ущерб. Мы знакомы? В самом деле, откуда я вам помнить? Идемте, Коннор, я хочу вас представить. Я стану вести учет всех моих расходов. Простите, и что вмешиваюсь. Компенсации, но не хватало только, чтобы дело дошло до драки. Коннор? Позвольте представить вас новому главнокомандующему, Джорджу Вашингтону. А, так это вы спасли Сэма и Джона в Лексингтоне. Это сделали патриоты. Я просто оказался рядом. И скромен, и отважен. Нам бы побольше таких людей. Прошу прощения, но я должен поговорить с Чарльзом. Похоже, он не слишком доволен тем, что его обошли. Был рад знакомству, Коннор. Скажите, вы разыскали Питкерна? Говорят, он окопался в Бостоне под охраной тысячи солдат. У вас появится шанс, только если его выманить. К счастью, мы планируем наступление на Бостон. Именно с этой целью. Нашими войсками командует Израиль Патнем. Отдайте это ему. Он обеспечит вас всем, чем нужно. Он сейчас в лагере у Банкер-Хилла. Благодарю недалеко вас. От города. Не за что. Я делаю, что могу. Питкерн очень опасен. Надо быстрее от него тоже избавиться. Тоже касается и Чарльза Ли. Это отдельная история. Ее пока лучше отложить. Поезжайте в Бостон, Коннор. Я видел, как через Хартман...